До начала учебного года остается один месяц. В образовательных учреждениях столицы Чувашии завершаются ремонтные работы. С 1 августа начнется приемка школ представителями надзорных ведомств, а уже сейчас их готовность проверяют члены родительского экспертно-консультативного совета. А вместе с ними и наша съемочная группа. Совсем скоро здесь прозвенит первый звонок, и сотни ребят поднимутся по этим ступенькам. Ремонтные работы в Чебоксарской средней школе номер 24 практически завершены, остались мелочи. Перед подрядными организациями стояла непростая задача – за короткие сроки выполнить немалый объем работ как снаружи, так и внутри помещения. В школьной столовой, которая также является и актовым залом, полностью обновили потолок и покрасили стены. Представители родительского экспертно-консультативного совета проверили и учебные классы. Ремонт в них школа делала своими силами. А вот в кабинете косметический ремонт сделан, стены, они соответствуют пожарным требованиям. А остальное только вот косметический ремонт, и все сделано, все имеется. Новые двери, камеры видеонаблюдения, обновленный спортивный зал. Учиться станет комфортнее и безопасней. Школьников ждет новая спортивная площадка. На ее модернизацию в рамках городского проекта выделили почти 1,5 миллиона рублей. Здесь есть тренажеры, шведские стенки, качели и горки. Практически полностью уложено асфальтовое покрытие. В ближайшее время установят скамейки, футбольные ворота, волейбольные и баскетбольные стойки. Кстати, проект реконструкции разрабатывали при участии детей, родителей и педагогов. Вот у этой школы не было спортивной площадки. Сейчас мы с вами находимся на спортивной площадке. Это уже хорошо, что она появилась. То есть, по крайней мере, в марте месяце обсуждалось, что будет на спортивной площадке, как она будет выглядеть. В целом, для центра города, старый микрорайон, старая школа, молодцы администрация школы, молодцы все, кто выделил деньги, целевое использование. Я считаю, что школа готова к 1 сентября. Срок завершения всех ремонтных работ 31 июля, а уже 4 августа готовность школы к новому учебному году проверят представители надзорных ведомств. Осталось завершить, это подготовить всю документацию. Этим будет заниматься администрация школы. Это мы с моими заместителями вместе. Мы обновим всю необходимую документацию, все необходимые инструкции подготовим. Потом проведем испытание пожарных кранов. Это обязательном порядке акты составим. Еще раз обойдем комиссионно все учебные кабинеты, посмотрим по безопасности учебную мебель. В этом году реконструкция идет в 63 столичных школах. Образовательные учреждения приобретают новый облик, как того требуют стандарты обучения. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.